Все по-старому бывалому, и было так всегда. Лошадки и мальчонки малого, не сладки холода. Всю жизнь я думал, что эти стихи написала моя бабушка. Нет, она не была поэтом, смешно. Когда-то на нашей улице росло много персидской сирени, она пропала как-то вдруг. Ну и людей, которые помнят о ней, осталось немного. Не то, что умерли, просто забыли. У кого не спросишь. А в эту последнюю февральскую ночь 53-го года истопник печей в меховом магазине... Так вот, этот истопник Федя Рамышев по кличке Гондон... Тю-тю-тю, хи-хи-хи, ха-ха-ха. Попрошу вас. Чё? Смешно. Чу-чу-чу. Чу-чу-чу. Просто шумно, да? Я не оглядываюсь. Мужики, я пошел мимо. Здравствуйте. Позвоните в боковой магазин. Сообщите, что истопник печей задерживается. Лиловый негр нам подает манатол. Почему лиловый-то? А хрен его знает, лиловый. Тихо, вы, сучки. Ой. Да, замочек. Так вот, сидеть тихо, пока не придут. Язык понял. Вырву, в жопу загоню, на луну отправлю. Понял, товарищ. Спасибо. А он, где склоняюсь, все-таки ходит в шестую. А ин момент? Где? Я часы потерял в марке Буре. Революция часы назывались Буре. Чего, ничего? Мама.
сны, сны, сны. Это я тогда. Да ты хоть очнись, понял? Я срать. Иди! Мужик, я говорю, я не русский, но Тензо, нам это рабочая газета. Эй, эй, позвольте пожать вашу руку. Лучше ногу. А я срать. За что ж ты меня убил? Мы определенно можем встать. Я врач из 6-й Мармеладова, все в порядке, можете катиться. Вставать нужно за прокинутой головой. А почему это резина в ботах-то зимой? Я-то в ботах, а вы зонтиком. О, а теперь поглядите, подожди. Будь здоров. Попали. Ура! Ура! Один ветеринар, он, значит, заснул аллергическим сном. Не надо ходить с ходунками, не надо ходить с палкой. И потом, зачем это? У вас вся кровать пропахла колбасой. Я не могу преодолеть своих фантазий. Оставьте это. Заснул аллергическим сном. А жена его подумала, что он помер. И, а что там? Да не надо, дурак. Я на нафталин проверяю. Что? Что? Я? А ну-ка, Надежда, давай проверим наши счета. Что ты вчера брала у Елисеева? Алексей, принеси мой чернильный карандаш. Поздно в уборную. А нам надо. Да нам надо. Не надо. А нам надо, я говорю. Вот. Коля, у тебя работает мотор? Тогда немедленно отвези меня в богадельню. Немедленно. Все, завтрак отменяется. Едем в богадельню. Мои кузины еврейки, а мы русские. Их семья была выслана на север, в Печоры. Ну, Леш, ты даешь. Маша, на печку. Электрический, а? Лиловый негр, это примерно какого цвета, а? Притом неблагодарная. Вот. Редиску а тебя считаю. Вот такой. Уж лучше уголь грузить. Все. Просто ему дает. Папаша у тебя. Шагов марш, сядь отсюда. Скажи ему, как я тебе сказала. Таня. Ой. Идите. Царь спит. Благодарна вам, благодарна. Боится. Удавлюсь. Приспасибо, приспасибо.
Ты еще в милицию на девочек напишешь. А как же, Анна, прощайте, а Наталья, хочу сказать насчет женского достоинства. Над тобой весь дом смеется. Угу. Учти, Наталья, мы не рабы. Поэт Тимфунтик, все здесь гады. Чаю. Алексей, попугай кричит? Кричит. Петух был давно сдох. Да. Всех к столу. Поцеловать скулящую женщину, это все равно, что облизать пепельницу. Что это с обезьяной? Северное сияние напоминает огненные мечи, пронзающие небо. Из дома его уже не увидел. Тихи выплывает из моей памяти, как парусник из тумана. Вместе с колбасой. Я леди Равена. Ну не надо сияние. Понял его, Бог благодарит, что менял такой человек. Хорошо, с сыром. Хорошо, с сыром. Хорошо, с колбасой. Хорошо, с сыром. Вы статью в «Красной звезде» читали? Ты читал статью в «Красной звезде», а? Зяба! Кто читал? Кто? Кто читал статью в «Красной звезде», а? Ты читал статью в «Красной звезде»? Ты вообще читать не умеешь! Так, повторим же, чтоб наш голос услышали все прогрессирующие люди Земли. Мы не против евреев, мы против сионистов. Нации равны, мировоззрения нет. И смешивать эти два понятия преступно. Так вот. Потому что ты чичира. Вы слушайте, ну вот, а... А дальше это можно толковать по-разному. Но вот мой папа служит на флоте. А на флоте сидит не был. Бездомное солнце! Бездомное солнце! Стоять! Сыноротник! Сыноротник! Он на коленях сидит! Всем стоять! Стоять! Полицы! Я буду драться с каждым! Не до первой крови, а до смерти! Да как ты свои пуговицы, дурак! Я на одного! Пуговицы! Где вы? Где они? Сволочи! Вот-вот! Я угоню всех! Вот-вот! Угоню всех! Я буду драться с каждым! Да тебе по очереди! Хрена! Вы люди бесчестные! Твоя медаль? Где моя пуговица? Где моя пуговица? Шапку сними. Где она? Сволочи! Я чешу на место, я буду с вами жить! Чепиков к Алексею Петровичу!
очень благодарю. Зим должен быть черным. Товарищ генерал-майор медицинской службы! Вы. У вас лицо в чернилах. В тени. Смирно! Что? Барьер. Вещи. Пожилище. Товарищи офицеры! Горшок! Ура! Товарищи больные. Шура, угу. Ты еще шапкой постой, меня подожди. Ну-ка, дурак. Так вот, так вот, уйди. Взяли суп, взяли карту. Ты из-за этого, да? Да. Из-за этого. Да. Вася, уйди. Шура, клянусь. Юра, Юра, я хорошо, не надо, мне и так стыдно, я идиот. Ну, хоть смешно. Все, все. Ну? Ну, вольно. Мой отец был академик, начальник огромной клиники. Резал на открытых мозгах. Леш, давай. Ночью птица снилась. Почему бы, товарищ генерал? Печаль, товарищ генерал. Хренах, письмо. Верно, товарищ генерал. Не, что, трубы звенили? С другой стороны, вот такими гвоздями забиты. Стол генерал! Вы ходите? Через бочевинки ходим, другим путем. Дай топор! Ой, конденсат! Хотя откуда у вас топор? Товарищ сэр! Все. И все. Юра, зайдем, ахнешь. Горн. Липаш. Шур. Курок, самопал. Нифига. Ай-яй-яй. Ну-ка. Юр, я насчет Шурки. Я не отдаю приказ об отставке. Мне самому приносить фертели. Во, но можно что-то сделать. О, сделай. Это я-то, с моим пунемом. Лёва, а у меня в клинике 17 офицеров с таким пунемом. Один момент, Юра. А сколько у тебя офицеров мордовской национальности? Чего? Я лучший наркотизатор города, и тебе будет стыдно. И вам всем будет стыдно. Сам иди! Сделай! Поднимай! Сила! Кра! Это ты мне! Кра! Хм! Это... Кра! Хм! Господи! Кра! Хм! Шага! Начальник первого отдела, начальник хача, ко мне с топором! Коты нужны? Шивон! Извините. Да тапочки, у меня там тапочки, растворите операционные тапочки. Ну что? Ну что? Ля-ля! Тапки есть. Бомс! Колечко обручальное потерялось, вот и вся печаль. А? Ой, Юра, не буди лихо, пока тихо. Черт с ним, с топором. Сволочь! Сволочь! Смерть, смерть. Если найдешь колечко. Очень кричите, смерть в 11. Бердовский повезла. Приезжайте, ждите. Координатор. Покажи мне шлем, Иван. Пробить насквозь, испорчен. Невозможно. Что? Ручка, ты что? Надо бить ноздрю. Оп! Юра! Юра! Иди отсюда!
Юра, ты меня слышишь? Это просто такая бестактность. Я просто сошел с ума. Игорь еще пропал. Ты меня слышишь? Эй, ты меня слышишь? Эй, ты я идиот. Я... Да. Юрий Георгиевич. Юрий Георгиевич, ну к чему все это? Вы меня спросите, я вам отвечу. Руслан, ты за мной? А у меня ручка такая попалась. Черты, ты вся рука. Руслан, ты за мной? Пум-пум-пум. Лучший подарок врагу. А почему врагу? Пойдем, та-та! Ну что? Глаза смотри в глаза. Вот молодец. Вот курсант Ворона за ловушку выпускает. Я считаю хамство. Первый звонок. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Скрыть! Дед, вперед! Второй звонок! Держи. Валет, встань. Ворона в противогазах. Смерть, это вы? Кому я нужен? Генералу! Смерть на посторонних работах запрещено. Я смерть, товарищ. Смерть на посторонних работах? Вань, там ключ. Это безвкусно. Мысль. Прошу. Все, сдаюсь, сдаюсь. Ну, сын покойный костелянши. А в клизмин это зачем, а? Товарищи курсанты. На дворе трава. На траве дрова. Слава без пальцев. Я понимаю, понимаю. А в клизмин это зачем, а? Что вы мне? Что? И? Как вы себя чувствуете? А ты? Ой, железная маска. Что ж было, Юрий Георгиевич, на отделение людей. А ты бы сказал, лучше сбрить. А я их просил сбрить сигары ваши. Подтвердите. Вот так, вот так. На, пыхайте, пыхайте, но не затягивайте. А он не сбрил. Прошу, прошу, прошу. Ну, а он усы не сбрил. Где теперь клизмы ставим, а? Ну, не сбрил. Раз, дерьмом пахнет. Да? Я Клавдии говорю. Курс. Отдайте сюда. Ванин, прошу, прошу. Товарищ, я пойду. Железная стоять. Маска... Тихо, перед нами свинцовое отравление и, как результат, отек мозга. Мозг. Вернись на место. И грязно. Несовместимо с жизнью, Жень. Слушай. Несовместимо с жизнью. Несовместимо с жизнью. Однако. Извините, дама. Однако, ули-люли. Это прекрасный сигар. Вернитесь на место. Тебе несу. Ага. Крышечка не та. Однако, перед нами феномен. Надо к докторам. Железная маска, я же говорю. Это Мюнхгаузен два раза на день вред. Мюнхгаузен, Мюнхгаузен. Это не чай, а коньяк. Очень любят. Ага. Обратите внимание. Где учат? А? Загар, зубы. Прекратите. Отвернитесь. Все, все. Под эту раду генератор. Садь. Перестаньте. Прелестно. Чтобы к обеду этого дерьма здесь не было. Есть. Юра, уйди! Солнце. Это комаров. Пьянь запойная. Ах ты, пьянь запойная в генеральской форме! Братцы, не он Клянский, я Клянский! Больной, 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 больной! Зрачок. Но зло дядя не помешал. Зрачок я зрачок. Верно. Чистый чай. Краснодарский. С лимоном. Мороз будет. Ой, больной, больной! Я, Фёдор. Ау. Сыр, притом на конной тяге. Лобник, товарищ генерал, типичный лобник. Все говны. Очень глуп. Товарищ генерал, я уверен, опухоль пьет не долю. Братец разбился. Товарищ генерал, ну не надо разбираться. Курса, Бенни Бенебицы. Ничего не знает. Кто его сюда положил? Вы? Это носок, товарищ генерал. Вообще логопед. Этот ногу порезал. Кто его сюда положил, а? Ну кто? Я просто сказал, что носок. Вы его все-таки спрашивали. Положил вы? Юра, я сейчас принесу тебе кофе. Юра, я сейчас принесу тебе кофе. Я поднимусь под облака,
Дневная роза. Косясь, посторонясь, и дают нам дорогу другие народы и государства. И хрест не пущены. Помни друга. Каника. А почему он плачет? А он всегда плачет, когда играет. Зоня. Причем не правоподобных размеров. Здравствуйте. Теперь выписали великое нацкое. Шалди. Пей, дорогой, пей. И за великий татский народ. Да ты не народ, а ты нация. А ты нация? Нация. Значит, а ты нация? Нация. Значит, мы народ, а мы нация. Нация. А он мятежный простой, как будто море здесь покой. А я думаю, так ты тоже народ. Извините, но барана не возьму. Забери его нахер. Нахрена твой баран? Саша, знакомься с твоей семьей. Вот мой сын, герой, сокол. Нос! Ай! Ай! Один американец засунул в палец. Сейчас буду петь. С ленты. С ленты твоя. Же мама будет. Будет сюда вас ждать. Оцен. Пошла. Знаю, Митя. Нарья Сарена. Ночь на весна семьяка. Везде ты завтра. Один американец. Один американец засунул же пальцы. Тише вы все. Это же лев ревет! Мабеле соле! Один американец засунул жопу палец! Сайн фрон да те! О соле! Thank you.
А где пехота? Да. Дальше трубу. Тю. Уйди отсюда, нахуй! Ну чё? Эй, эй! Жуй, ты в галошах, ну вот и хорошо. Ленечка, открой. Ма. Ты кто такой? Что? Кто такой? Тоня. Мяу. Под машину. Это баня. Я санврач. А мармеладово? Родители, на. Провинциальный вкус. Где Фофан? Где Фофан, сука? А? Где Фофан? Где Фофан? Козлица! Козлица! Но! Дянули из-под бочки. Сволочь. Щук. Сейчас будет немножко больно. Да? Но не здесь, здесь. Дрянь. Я должен был передать привет в одном доме. Ну. Чудное лицо. Я пинок. Балерина Улана. А я был центрирован. Так. Но мне все время казалось, что кто-то на меня смотрит. Рубашка закапана. Конечно, а я смотрит. Стал думать. Зимой с зонтиком. О-о-о-о. Здесь баня, здесь ад подключен. Ну? Про меня немного кажется, Соня. На такси есть, ну так что? Да. Да. Послушайте, Соня. Все равно, как тут у вас и не было бы. Если не у вас, то нигде. Я прощаюсь. А? Нормально. Больше, Леша, не моешься. Я тебе кину. Вот. Соня, не надо. Соня. Соня. Так страшно, Сонечка. Соня. Так страшно. А? Пам-бум-пим. Пошли. Это кто еще? Пам-бум. Служба, шагом марш. Комитет, чтобы Лёшка пятерку принес. Так, стало быть, я должен подписать истинный дневник. Да ты, сука, не беру. Это не я писал. Бросьте ходунки, возьмите палку. Кто разрешил ему взять саблю?
Это ты, дурак, разрешил ему взять саблю? Дурак. Так купеческие сынки подделывали векселя. Купцов нет, векселей тоже, зато есть три месяца. Вы генерал, будешь платки бросать. По-моему, ты нездоров. Я говорю, зато есть ремесленное училище. Отдай солдатам торт. Ну-ка, посмотри мне в глаза. А на столе, как поезд, мчался чайник. Да, лицо дал. Похоже. Только Абрама убить. Чаю. Слушай, а может мне тебя высечь? Может мне его высечь? Да что? Хотите моего чаю? Сладкий пирог куда дели? Сладкий пирог куда дели? Сладкий пирог куда дели? Что? Юрочка, ты помнишь это? Как елка? Вы понимаете, Машина, как елка? Солдаты твои ведро прокинули. Сладкий пирог куда дели? Помню. Давай. Сладкий так пирог куда дели? Как жаль, что это уйдет со мной. Жаль. Гуля. Могу я видеть твоего врача Юрия Глянского? Папа! Пап! Юрий Георгиевич, а я узнал бы вас даже в толпе. На перегорелых. Я принес вам сердечный привет от вашей сестры, которая профессорствует в Стокгольме. Я знаю, сейчас не самое время, а та бабушка, ваша матушка. Одень китель. Иди, пожалуйста, к себе. Свинья. Ну уж нет, Берузов. У меня нет никаких сеструх ни в Стокгольме, ни в Рязани. Трудную тебе работу бьют иногда. А? Абат, отгули. Убери. Шарф прищемило. Дай-ка. Полина, почему в подъезде шляются, ну, кто угодно? Стыдно. Здравствуйте, Варвара Семеновна. Здравствуйте, друзья. Как во сне? У мамы стал шевелиться большой палец. Может, я вас домой отвезу? Можно я возьму эту конфету к вечернему чаю? Вы знаете, уважаемая моя матушка была знакома с Анной Павловной Керовной. Павловна. Петровной. Павловна. Петровной. Павловна. Юра, я схожу с ума. Гибель. А как он? Клей давай. А мы видели, что ты с Пипкой делаешь? А мы видели. Шкафалики, пью. Сволочь, арестантки. Оса, оса. Будь обрагрена все. Все. Слезой жаркая, как пламя, не человеческой слезой. Выросший мальчик в генеральских лампасах. Выросший Эй! Пьяный мальчик. Да. Знакомься, мой муж. Считай Карамазов. Дмитрий Карамазов. На, тот нос не зазнаился. Привет. Был в двойном самоубийстве. Мужчина и женщина совсем старые люди. Иди в гостиницу и не оборачивайся. Паспорт получишь перед самолетом. Бывало, разболелся. Любовь у них была какая-то необыкновенная. Эй! Эй! Стой!
Слушай, я без паспорта не могу идти в гостиницу. Эй, ты страдатель, вот с таким мягким, как там у нас называется, кое-чем. Там паровоз. Паровоз. Мне нужен твой отец, открой. Это очень важно ему самому. Ты не понял, дурак? Все. 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 Ты что? Ты что? Укусил, дурак. На... Вот и пошел вон. Видите? Часы в аркебуре нашел. Thank you.
Серега, пиво генералу. Товарищ генерал, рыбки, пожалуйста, а? Не-не-не-не-не. Генерал, 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 генерал. Там генерал. Расцвел цветок любви. Так. Нежно морю. И все, понял? Выше нет. А у тебя сердце деревянное. Генерал, генерал. И листвой шелестит ветерок. Синим небе. Что, не понравилось? Не понравилось. Генерал, 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 генерал! Держи! Клопов в этом доме, хо-хо! Дурака видите издалека. Квартира ваша, дворец. Кошар-то какой вырос. У тебя дед там обгадился, иди. Наш Лёва жалобно плачет, кушать хочу. Хочу всех съесть. А что это такое чай? Чай такой генеральский, секретный. Мог бы находиться Толстой. Встынь! Я льва имею в виду, всего их три было. Тогда да. Уходим в цирк! Встынь! Mm-hmm. Цирк Свинград! А с кем работать? Чекучка! Я говорю, вся могучая кучка могла бы нам здесь исполнить. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, представляешь. Ты видишь, хо-хо. Запой-ка. Так это хорошо, чтобы еще у тебя кончилось. Шутка розыгрыша. Шутка. Ну и жарко вечером было. Запой это, а ты не дыши. Запой это, воскликнул, лечу. Полетела. Кура дура. Ачинцева убрать. И зеркало. Что? Если в порядке исключения... В атаку, вперед! Ломтик копчености. Мишкину копилку кухню. Да, слушаю вас. Если в порядке исключения... Ай! Похудел директор. Стоп, красный свет. Я говорю, похудел, елки. Врач, а не лечишься. Ну? Иди ты. Ну? Да ни хрена ты не похудел. Очень. Очень удачно. Тише, тише. Бип удачно, очень, вы знаете ли. Очень. Четыре спицы. Бип, бип, бип. Давай, катись. Качусь. Нас здесь не любят. Васильки? Дайте мне тройку быстрых, как птицы, и все. Да. Васильки, Васильки. Много мелькало и моих болей. До самой реки. Цирк зверей. Ну и что?
Возьми еще. Ты свинья? Головку наклонит. Папа кричит. Василёк. Подкова, подкова. Зачем подкова? Гнуть. Я её на руку. Медный всадник у тебя лучше идет. Я говорю только Пушкин. У него выпукло получается. Бздынь. Да. Спасибо. Как в детстве. Иду к тебе. Свинь, ну что ты повсюду лезешь? Убери, скотина, убери. Ну это же Мишка, это Мишка снес его везде. Ой, роняю. Убери от винограда, я тебе говорю. Какая прелесть. Что? Спасибо. Мальчик, со мной? Ну? Не спи, птица моя белая. Слушай, ты детскую сказку помнишь, когда человеку его тени живили, ну, вроде двойника сделали? Не знаешь, зачем? Такие чудные. Ну, такую опухоль ему просветили, а он все васильки, васильки. Представляешь, некролог, на 52-м году жизни, великий талант в области продления жизни, скончался. А вот муха, ребята, кто скончался? Талант, талант. Почти гений. Женя, закрой обе двери. Закрываю. Перестань спаивать собаку злоб. Самому пообещал 120 лет. А на арене теперь кто? На арене теперь я. Здравствуй, Бим. Здравствуй, Бом. А ты же мне на 150 или на 500. И все равно никто не верит. Иди ко мне, мальчик. Иди ко мне. Ко мне. Уж я-то насмотрелся побольше вас всех. И даже когда муки, и сами смерть зовут, и воняет. Наташка, ну ты же знаешь, как воняет. И все равно не верит. Ну, хоть бы. Так ведь нет же. На чистой смерти Толстой выдал. Всего их три было. Ну, закуси, мой мальчик, закуси. Ну, закуси. Ну, закуси. Ну, пошел, мой хороший. Пошел, пошел. Ну, чего ты, чего ты, чего ты, чего ты, чего ты? А вот когда Нерон помирает, то такие казни начнутся, подруга. Какие там докторишки, кому мы будем нужны? Духи отечественные. Или мыло. Пом-пом. Пом-пом. Пом-пом-пом. 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 Пом-пом. Ну, чё-то, чё-то. Ну, подержи. Слушай, меня, в моем доме, вот так вот, о нем не смейте. Ты циник, угу. Растлитель, ты старую больную собаку споил. А может, и так лучше, откуда ты знаешь? Не сметь! Не сметь! Дура! Послушай, ты детскую сказку помнишь, когда человеку его тени живили? Не знаешь, зачем? Зачем? Очень, зачем? Очень удобно на Сашке врать! Юра, пусти, Юра! Катя, ты меня видел! Юра, пусти, Юра! Видел, видел! Юра, глаза, Юра, глаза! Отстань от меня! У этих чертов! Идиот! Идиот! Юра! Юра, ты болен! Ты болен, Юра! Юра, ты врач! Ты должен это принять!
Ты болен! Ты болен! Ты болен! Уйди отсюда, Женя, я на кнопку наступила! Я сейчас, сейчас. Ты видел, как Вайнштейн? Ты видел эту рубашку, садку еврейский гость? Дура! Извини. Спица, дядя Юр. Черт. Свинка. Дырков. Разреши. Оп. Прямой. Ну что, успокоились? Держи на прямом. Прямом держи. Прямой. Все, Михаил, Михаил. Есть. Все, Михаил. Собака пьяни. Позор. Так. Стоять! Что же это? Нас в 9 спать кладут. Я маршалу напишу. Сейчас пойду в сугроб, простужусь и умру. А музыканты эти... Тебя стоп-сигнал не горит. Да не пойдет. Вы выпьемши. Где ваш реглан? Товарищ генерал медицинской службы, я насчет века. Вот у меня глаз едет... Я врач другого профиля. Точки, пойдешь. И записку Наташа отдашь, а не какому-нибудь дяденьке. Куда это ты каждый обед ездишь? Друг у тебя в Москве, что ли? А чем вам не нравится мой профиль? Товарищ Гера, а я что хотел спросить? Вот он ветеринар, который заснул литургически. Бегом, блядь, чё? Ну да! Я там деньги в машине, между прочим. Кто же мне еще генерал? Орать каждый может. Цыц! На веревке держи! Я тебе полаю! Товарищ генерал, мы сейчас же будем... Что ты спел? Головку больно. Чуд. Пумпурум. Лебадей, генерал в критике. В шляпе.
Здорово, орлы! Смерть? Товарищ генерал, дежурный по участку... Да смотри, мне здесь ангелочков не передали. Это неловко. Мы... А не вот так, наверное? Да что вы, товарищ генерал. Тогда дежурного по клинике. Слушаюсь. Брось. Банку дай.
Вы не могли бы мне сегодня постелить, ну, где-нибудь? Это эфир. Ага. А на завтра купить мне, так сказать, статский пиджачок и брючат. Вот, собственно, все. Кошмар. Это что, завтра воды не будет, ой, мама? Кошмар. Так что сказали? Да вы мигните, мигните, нельзя не мигать, а? Простите, сейчас. Кот нюхает. Живи, брат. А я знаю, что... Да. Мигните, Варвара Семеновна. Уже. Вы можете сослаться на матушке. Мигайте, мигайте. Уже. Только у вас брюки на той стороне все в нитках. Ой. И мокрые. Ой-яй-яй-яй-яй-яй. Кот, ну, подумайте, подумайте. Как могло получиться, Варвара Семеновна, а? Вот представьте, живу я. Вот и мокрый зеленок. Вот этого не надо. Так вот, живу я. Толстуха. Старая дева. Чудный будет. Чудный. Не перебивайте меня. С гайморитом. Допустим, что толстуха влюблена в красавца генерала. Допустим. Почему, собственно, допустим? Дурак! Извините. И вот он к ней приходит. Что-то там... Тревожил. А главное, говорит, спаси меня. Ну, не говорю. И вот что она чувствует? Ну, что она чувствует? А ничего, ну не чувствую. Что? Приселись там тургеневские барышни, а? Пусти меня! Приселись тургеневские барышни, а? Стоять! Есть, есть, тургеневские барышни есть, они везде, повсюду. Как мышка, везде, 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 везде. Меня запой, штаны, понимаете? Че, пальто не ставь? Хозяин встречу убьет. Я на рыбалке был и домой пошел. Спичку дай. Замолчи! Если ты стукнешь еще раз, я уеду в Кратово! Вот так. А если я вас отпущу и разрушу себя? Вот все. Вот все. Да. Вы русский преподаете. Хуже у тебя сейчас.
кофе пахнет. Это из бака. Да. Полез за вашим судаком в ванну. Видели? Дегенерат. Он испугался этого судака и чуть не погиб. Это не судак, это карп. Возможно. Короче, у нас две тетки рельсы пилили, сели в ватных штанах на снег и поют. Дролечка, сделай мне ребеночек. Ручки, ножки маленькие, волосики кудрявые. Хотелось бы попросить вас об этом. Не хотелось бы ребенка от такого отца, как вы. Отверните. Так. Так что я, Бакваська, что ли? В общем, да. Только есть различия. Интересно, какие? Ну, во-первых, вы, скорее всего, скоро сгинете с этого света. А во-вторых, я тоже кое-чем рискую. Отвернитесь! Так что услугу за услугу. Подвиньтесь, я лягу. Пружина. У меня ноги холодные, подождите, сейчас согреются. Это не спирт. Смородина. На абортах себе ведут, они с любовниками. Тебе какой наркоз? Общее место? Я старый, я устал. Я в штанах бегал. Я там спать буду. Там мое место. А может, вам кого другого полюбите? У вас астроном очень милый. Он идиот. Но у меня ничего не получится. А вот если вы преподавали биологию, нам сейчас было бы легче. Помогите мне. Подарила нам любовные игры. Вот так. Вот. Все, я спать буду. Ну и Пушкин говорил, и делишься со мной, мы целый пламя по небу. Он был негр. Уберите ноги. Уберите ноги, я встану. Ты пусти. Погоди, 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 погоди. Ты что, я тут буду перед вами голос бубну, что ли, танцевать? Погоди, ты пусти, погоди, ты пусти. Минуточку. Ты же кто, учитель? Я как ваш кот. Чуть не погиб. Рубашку сними. Алексей, 12,5 лет. Прописка 010643. Здрасте. Хочешь мороженое? Это же сахар.
А ты возьми его в рот, а попа выставь форточку. Будет холодно и сладко. О, здрасте. Сыночек, скажи ему, чтобы он мне чай вернул. Мать, я и на прописке как же я без чая буду? 2746. Хорошо, мамочка, вы нам торбочку, он вам чаек. Верни бабушке чай! Вы! Дайте мне чай. Брэдены. Белла сломанная, Лен сломанная. Если наши вещи проверены, мы можем одеться? Спецпереселенки. Да, прописка аннулирована. Спасибо 10-8 сентября. Можем? Бери. Барышням по конфетке. О. Так мы можем одеться? Бери, дурак. Вы настоящий рыцарь. Да грелка это грелка. Ну, нет у нас резиновой. Наташа. Грешка, как родина. Во-первых, я не утверждаю. Во-вторых, он прислал мне письмо с шофером. Видите, он от меня ушел. Да. Ты что, не спишь? Ты почему не спишь? Ты что, совсем дура? Меня же ищут. Все равно надо спать. Вещей нашлась, вы ему, Лешка. Ножичек, помнишь, за который генерал тебя грешил? Вот он, ножичек-то. В диване был. Ма! Что читаете? Я говорю, вещи, которые генерал думал, что он потерял, нашлись. Товарищ майор пришел и все нашел. Все нашел. Распространение панических слухов. Учти, у тебя вот так вот выглядит, и у Кольки твоего. Ну, да что взялась, старая ведьма? Спасибо. Я на бородке телефон записал. Звони, скажешь, орел или матрос, выбирай. Орел, а что? Насчет чего? Насчет... Это ж сам думай, себя выручай, мамашу. А? Ну, если руки крюки, то да что ж. У меня папа генерал. Ролики. А вот как папа генерал появится, так и звони. Одну минутку. Полина! Чё? Подожди. И, а как же так? Что же вы нас отпечатали? А нам куда же? Температура у меня, что ли? А сколько вас? Два. Вы и мальчик. А это все. До свидания. До свидания. Что же вы борща не попробовали? До свидания. Фунтика! Фунтика запечатали, как попугай! Ужас! Ужас! Котелок варит, гусарская печать. Сделай вот так. Ну? О, бля! Наталья, нефть-то видала? Все видели, чьи пальцы на сургуче? Всем все повлезал. Сука копченая! Ах ты, тварюха! А цыган ты, барвики, в чем пиджаке ходил? Генералом же, генералом! А, сука, аматор, чё? Кому толкнул? Аматор. Я чертяк. А сын твой, Борька, от кого в 42-м забрехатил-то? Что, от сырости, сука. Да? От сырости. А, вот что у тебя, Фридрич, может быть, Адольфович? Адольфович! Руки с горла убери, сучара! Как две свиньи! Ай. Наталья, убери, что его спали! Все, Наташа, сажусь. Иду по генералу. Какие вы гадкие. Почему ты меня так не любишь? Да, Иваныч! А? Иваныч, он уйдет! Потому что вы гадкие. А мы увидим северное сияние. От вас даже бабушка ушла. Вот. Да. Тарелку раздаю, клизму. Старая сука. Баба Юля! Дурак! Баба Юля! Метро жду. Попугай еврейская птица. Вообще не жрет.
В этот же час истопник печей в меховом магазине Арамышев, который уже сутки припухал для наркоментовки... Меховой магазин? Сообщить, что истопник печей задерживается, да? Трудно? А может, и Федь пионер зарезал? Ну, вы, гады, совсем человека замучили. Мне по ночам петухи слышатся. Я влежу в ее. Слышишь? Не надо! Не надо! Командиры! Я вас уважаю! Тихо. Слушай, стряхни их, угощаю дома. Ворга, время право остановиться. Время право остановиться. Свет выключить, выйти из машины. Чижик. Чтоб каждый час хохотал. Сараханский для вас. Гнать. Патронов, сука. Пушка! Пушка! Во, блядский глаз! Вы, мальчика, 6 лет не видели? Ну? Отец и мать у меня татары, а я русский. Мне нравится быть русским. Сотехник, но заведую его, мать, водокачкой. Понял? И все, и глупости. Попросил бы в связи с личным праздником судить на приобретение пива. Данкишон. А. Мужики, пойдемте помочимся на мою собачку. Немножко проститутка ошпарила собаку, а моча дезинфицирует ожоги. Мужики, пойдемте помочимся. Я начальник водокачки, а ты меня зовешь глупостями заниматься.
говорю, плескают. Лучшие помои забирают. Два ведра с кастрюлей. А жаловаться некому. Фапаразит! Алла! Карать мужика будем. Ну что, схомутаем мастерок. Пык! Харил! Дядя! Муля! Мучка! Отпусти! Затона. Фотографа, давайте сюда быстренько местного. Стельки вообще нет. У вас глаза как у волка. У него глаза как у волка. Сыновья убоны. Как в аптеке. Я сначала усомнилась. Я здесь. А сердце говорит, он. Я здесь. Ой, его. Какое счастье! Какое счастье! Повальное раме. Подбородок, уши. Пожалуйста. Снимаю. Пожалуйста. Я не могу снимать на телефоне. Уберите ее. Пожалуйста. Я говорю, мне что балда раскурочена. Верните мою шляпу. Боже, пожалуйста. Боже. Верните. Большое спасибо. Я тебе поможу. И вам большое спасибо. Поднимись ко мне. Большое спасибо. Ты, ко мне. Ваша шляпа. Очки без ушек. Называется пенсне. Деньги в пачке рассыпью. Хлеб. До свидания. Прям до свидания. Куда вы? Куда вы? Тяните пальто! Вернитесь! Вернитесь, я вам сказал! Не что? Возвращается! Я применю силу! Тебе что, уши законопатило? Вернитесь! Дурак! Ну что, схомутай, мастерок? Вам сучу переплешки, я тебе сказал, сука! Не то! Что? Передай нашим, что я нарвался! Ты что сказал? Уже! Ты что сказал? А ну вернись, скажи, что ты наврал! Он наврал, начальник! Он наврал! Мужик! Вовка! Вовка, беги, позови Вовку попрощаться! Заморский! Пусть вывали! Вовка! Заморский, скажи! Скажи, меня увозят! Вовка! Вовочка! Мен орындықты буфет алдым, расписался. Куда стул? Убери отсюда! Чего ты? Старшина, ты видел, как начинается снег? Ничего, дай потянуть. О!
Парвас пошел! Попрошу налить. А ты попроси нальют, дых. Фувжа, представляете, сперли лампочку и шарет кровати. Не-не-не-не-не. Да возьми. Вполне я приличная комната и кровать. 3 года незаметно. 140 мух просто. Кто слямзил лампочку и шарет кровати? Неужели да поставьте. Я? Кто слямзил лампочку и шарет кровати? Здравствуйте. Лёва, Лёва, что я вам говорил? Органы разберутся, и это будут не только евреи. Здравствуй, мальчик. Лёва, пожалуйста, русский генерал. Здравствуйте. Вчера был в дамках, и каких? Лёва, слышите, Лёва? Свет тушить надо. Ага, вот кто стащил лампочку и шары от кровати. Батька, не убивайте меня. Ой, я тебе... Здравствуйте. Ты думаешь, меня теперь возьмут на катер? Идиот. Надо быть все-таки диалектиком. Вот, пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Смотри сюда. Дядя! Хамов, идем хамский. Слушай, я же должен тебе сострадать. Я же ненавижу тебя. Я хочу, чтобы ты умер. Что же, я из-за тебя подлец? Послушай. Здесь у всех стульчики у нас нет. Придется вернуться, понимаешь? Девочка, моя хорошая. Где наша простите, пожалуйста. Тебе придется вернуться, потому что... Я прошу вас, уйдите. Потому что ну, мне очень нужно, понимаешь? Наталья, а ты орлом. Есть такая птица, и вся Россия уважает. Как все делать так без меня? Как стульчики выламывают, так... Что делать? Что мы с отцом сделали? Что мы сделали с отцом? Что мы сделали, говнюк? Говнюк! 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 Отпусти ребенка! Говнюк! Говнюк! Пусти! Уйди! Уйди! Пусти! Вы чудно, успокойтесь! Вы чудно! Чудно вы! Ну что вы? Какое несчастье! Какое запах! Несчастье. Как будто не было 20 лет. О, Кацман, Лоцман, сходи на катер, скажи, что я велела взять тебя капитаном. И передай старому пердуну, чтобы вернул шары от кровати. Ну ты даешь! Идет сюда, сука! Ай, иди! И помоги матери! Психопат! Дура! Щекотно, ты про себя? Не смей! Божава! Thank you.
Первый пошел. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Ехали. Начальник, отпусти на волю. Аху-ху. А? Чё? Она чё тебе воля-то?
туман, туман. Я прошу, налейте. Не играй с судьбой, дядя. Птица здесь на вырубке кормится. Ванин, ну-ка все, сиди. Индивидуального транспорта для вас нет, претензий принять не можем. Так будет печка работать. Начальники. Начальники. Ну, что тут? Сахар. Сыр. Здорово, козлы! Бе-бе-бе. Дверь, что у тебя? Ножом по сушке! Где сюда? Шляпа вот. Сахар, на. Полотенце принеси. Гляди, они тебе жопу порвут. Во народ, а? Погода сегодня чудная. Что за спорь, Бакуна? Жалобы есть, нет? Иди от машины, урод! Давай! Тона К на выход! Спокойно. Уже грязь. Осторожно, тут у нас кольца. Начальник, в Крым хочу! А что здесь хуже? Шляпу. Встать можешь? И ножками, и ножками. Че это? Моя калоша. Моя калоша. Ты что, охренел, что ли, сука лысый? Моя калоша, падла, блядь! Моя калоша, сука! Ну ты, папа! Ты чего? Это справедливость! Это его была калоша! Это несправедливость! А что? Это несправедливость! Сучки лопаты захотели! Почему? Не на лицо! Рожу топчешь! Несправедливость! Не выступите на лицо! Несправедливость! Все калоши твои, твои. Ну, давай. Давай, давай, давай. Хозяин, я говорю, он галошу с салом схавал. Прими! Дай-ка платок.
надо. Ступайте за машину, обратитесь. Не надо, так не надо. Хозяин, запиши меня в Корею воевать. Да, ты похож. Да пошел ты сам нахуй. Оденьте ему калошу. Это мы тоже можем. Позвольте, 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 позвольте. Так у него же три калошки, а это вообще детское. А это вообще детское. Ну, так надо, я не возражаю. Чисть руки. Зверева. У меня муж прокурор здесь. Угу. Ты себе погоны скажешь, что вы представляете. А вам я хочу сказать. Выкну! Сам погожу. И вчера мне дам. Заходим в номер. Заходим. Посмотри, тут и инши. Я что, плохо объяснил, что ли? Одежду мне привезите, то его знаю, так и буду здесь жить. Иди, сиди. Иди. Сапог, ты, сапог. Ты, сиди. Вы дика этого, да, ну добер обещал. А? Я вот сейчас одеколодом. Ну что, клинышками. Добер одет. Разденьте его и все выбросите. И генералов шкью. Уйди отсюда. Костюм отдайте. Костюм мне дает, гад кривоногий. А? Здорово. Закрой. Послушайте, я когда мальчиком был, здесь за углом жил. И швед. Фантастик. Я вижу, что сапог, он мягче. Да ладно. Я на чьих объекту? Тоже вопрос у меня. Вопрос нет. Заговор очистительский центр. Ну-ну. Ага. Есть еще вопрос? Нет. Есть все это туман. Спишись. Должны подписать. Карандаш, чернильный. Иди сюда. Ну иди, иди, иди. Сюда. Парикмахера, всю аптеку, доктора. Визитель обязательно. Иначе в понедельник все полетите воронами в Африку. Кар-кар. И ты, дед, тоже. Татарин, что ли? Терпим, 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 терпим. Ну, мы пошли, Синий Полтавчик. Ногой войдешь ты в мир иной. Шинель генералу. Это все евреи придумали. Да ты это, ты, а? Ты. Ну? О, не ногой, а мундей. Ныряю в одну. Накаркал, бля. Пока большим пальчиком, кверху. Давай. Духи одеколон. Стало, брат, генералом, народ тебе потянулся, а ты хулиганишь. Большим пальчиком кверху. Подпишите, а. Нет. Я тебе, мудак, на лбу распишусь. Не сми, просела. Здесь бутылок боржоми и кильки развесной полкилограмма. Мы через 20 секунд на 4 почек сделаем. Да. Махнемся трубками, генерал, на память. На память. Что там крас ставит? А ну, взяли. Что? Что? Да. Сосед, я тебя поменю. Астраханский. Что? Пошла, 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 ну! У них яма помойная была, ее засыпали, она просила. Не люди, ой, мама.
Прямушка нужно так. Прошу вас, товарищ генерал. Все, как гвоздики. Давай. Между прочим, его жена у нас в Анчанской двойной роли играла. Мой первый. Ага. Прошу. Вот еще. Это что? Это все. А я глядел. Здрасте. Ну, идем. До свидания. Вам, товарищ генерал. Тогда подождешь. Почему так пахнет духами? Тянуть помру. Там никак нельзя. Там нельзя курить, товарищ генерал. Подберите белье. Прошу. Верни лампочку. Прими пальто. Он был чистый. Тут бурка. Он был чистый. Грязный. Он был чистый. Грязный. Чистый. Грязный. Чистый. Грязный.
ваш отец? Отец? Какой отец? Это ты хорошо сказал, отец. Он нас слышит. Нет, впрочем, не знаю. Да уберите вы этого идиота! Этот запах, этот запах. Да не знаю, что это за запах. Невозможно! Никто умеет! Что он узматит? Пошел вон. Ты вернись. Нажми еще раз, пусть пернет. Кленский. Это хорошо, очень хорошо. Ноль. Пошли-ка со мной, служивый. Шесть чаев второй крепости. Здравствуйте. Понял? А? Садись вот.
понимаешь? Так что он тебе сказал? Сказал? Спаси меня. Спаси меня. Так странно. Товарищ маршал. Пустяки. Звезда упала, понимаешь, как ничто, понимаешь? Мировой катаклизм. Вот. Убирайся! А что он тебе сказал? Все, все. Зачем ты здесь? Иди домой. А все. Послушайте, хуже уже не бывает. Хуже уже не... Нет? Не бывает хуже уже. Хуже уже не бывает. Момент. Одеколон чудный, вижу даль. Радостно знать. Ай, момент. Сиди. Тубо. Все было, как было. Никто ничего не знал. Смешно. Пошел вон. Понятно, Белочек. Заткнись! Сразу! Стоп, стоп, оставь им все, поняла? Не беги отсюда ничего. Я взял мой паспорт. Я не... Эй, вы, ну дайте мне кто-нибудь калошу. Паспорт и уйду. Мы вам не эй, вы. И, пожалуйста, справочку. Я, знаете ли, здесь старший по квартире. Катя, а вы Катя, в данный момент русские, не из Сочи и не из а Араки. Так и будем. Мне почему-то что? Кажется. Можем угостить вас борщом. Суки, суки, суки! Суки! Господи, царствие твое дашь нам здесь, Господи, Господи, воля твоя, вели, что мне делать? 15 копеек, нельзя, что ли?
Не звони, не надо. Ай! Не могу больше! Не могу больше! Не могу! Не могу! Отдай! Не могу! Не могу больше! Не могу! Не могу! Вот, товарищ генерал, выпейте и махните рукой. Пошел вон! Пошел вон! Пускал бы ты мне, брат, калошу. Уйди, 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 я прошу тебя, уйди, уйди. Этих мы себя спиним, кто красный? Это сыпется нафталин. У тебя в зубах пальцы голые. Я вас сейчас насмешу, я вас сейчас очень насмешу, Мадам Кленская, ваш паспорт в новой прописке, она уже не нужна. Это очень смешно. Пожалуйста, это увеличь. Очень смешно. Пусть принесет 5 бутылок коньяка, деньги отдам завтра. Ура! Принеси 5 бутылок коньяка, 5, Ай, понимаешь? Момент. Только побыстрее. Ваш дом, наш дом, опять ваш дом. С ума можно сойти. Верно. А ты почему Ау! Не поешь? Не надо стесняться, что ты еврей. Лучше постарайся быть умным. Ой, да пожалуйста. Я правильно говорю, товарищ генерал? Тумбала, 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 лайка. Тумбала, 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 лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала, лайка. Ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Как-то ночью паренек размышлял и спать не мог. Как бы жениться, чтоб не стыдиться, как бы жениться мне поскорей. Тумбала, 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 лайка, тумбала, 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 лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала, лайка, ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Шарки от кровати нашлись. Тумбала-ла-ла-тумбала-ла-тумбала, лайка. Тумбала-ла-ла-тумбала-ла-тумбала-лайка. Ну-ка, сыграй-ка, тумбала-лайка. Ну-ка, сыграй-ка, повеселей. Да, больше я никогда не видел отца. Туда нельзя! Лёш! Вон они! Кома, где дура? Ключи от квартиры. Ну, куда он теперь денется? Лёшка, слушай, что покажу. Ну что, сильная, страшная? Кто ты? Куда она нам? Два таких разных человека, как во сне, знаете. На следующий день объявили о болезни, а после и смерти Сталина. Тише, пожалуйста. Отца не было ни среди арестованных, ни среди умерших. Смешно, верно? Thank you.
10, так вы скажите, мы вам добавим. Liberty! По-английски! Бабона! Пошли, Дима! Желаю здравствовать! И вам не привет. Значит, я костюм тебе куплю, бутылку каждую субботу. Ну куда ты такой пойдешь? Кому такой нужен? Да и не узывов, да нет! А может, меня купишь, а? Смотри какой! Да иди ты нахрен! Пу! А я тебе костюм куплю. Иди, моя дорогуша. Дима! Справка твоя у меня осталась. Такси кабриолет всегда предпочитал. Проси. Поехали, плачу. А у меня прописка московская. А если только начальники, ого. Даже начальник зоны ее не имеет. Только каждый 583-й ее имеет. И я. Я в Москве главный печник. Ну, самый главный печник в меховом магазине. Москва very well. Beautiful. Меня один фрейрушка на зоне научил. Английскому. Ну-ка, матюгнись по-английски. А это он как-то мне не объяснил. Ну, а как же ты разговаривать будешь? Сухо. Сухо. Ну, вот зимой умер. Клау. Чё? Ну, чё он там? Ну, чё он? Ну, чё он нам? Ну? Матюгнуться отказал. Глаза ему выдавить. Козёв один земля какая, а? Сучья кость. Грызла. Блин, помойка блядская! На пику таких педрил позорных! На пику! Все! Приехали! Крючок ему за жопу! И в воду! А? Именно! Ну ладно, все. Чай сияющему дорогу! Яркая звезда мне светила, вдруг закатилась она. Что же, наверное, собелюбимым нас разлучила беда. Деньги есть? Миша? Миш, почему ходит червонец? Ты грабеж, мужик. Вали отсюда. Грабеж. Твое здоровье, чтоб. Привет. А не холод тебе будет, а? Э, ты! Узнаю. Вот встает по мозгам. А не холод тебе будет, э? Чё? А не холодно тебе? Картошку надо было брать в Ярославле. Very long way to home. Что означает весьма долгий путь домой? Liberty! Liberty, блядь! А в прошлый раз, если ты лыжи, с Рюбекс Фу,
Чё? Ты откуда ты взялся, змей? Чергов много, так я их тебе сейчас пилю. Понял? Не надо. На я! На! За что за Ика, ты что? Одну справочку предъяви. Была! Была справочка! Я же тебе вот! Сам, слушай! Да и вы же меня, сушки, вы мужики! Ля-ля! Ты, мартышка, прыгай за шляпой! Да не холодно. Да пусть едем. Ну, жулик вот такой. Подержи-ка. Да что? За что? Да ее. Да что? Всю жизнь бьют. Все бьют. За что? Всю жизнь бьют. За что? Все бьют. 10 лет. Еще за что? За что? Я не претензий. Но за что бьют? Все бьют. Все. На Муромской дорожке. Ну, все. Топором всех. Приснился мне, понимаешь, сон. Рассыпчатый. Две горы. Лоски, ровно. Грудь, грязь. И выразим отпечатку. Ну и что? Запятая. Однажды мне приснился ужасный страшный сон. Гора, дыра. Тумилый мой милица нарушил клятву. На 67-м сдержу. Питаю. Не взешь, не сдержишь! В том-то повороте! Хрена нахрена! Держи, срессоры сдержу. А мужики! Рессору? Ветер дает пару! Давай! На пару рублей! Режешься от мачты! Зарезку не лей! Мачту упираешься в чудно и тащит его по воде! Аптека! Как наша жизнь, мужики! Выпьем! Вытри пост носа щекотно. Папиросу. Губу. Вытри нос. И сори. Бросаю. Опа. Руки в карман. Сядь. Ну, сволочь. Ворот стояла. Когда проезжал меня в толпе народа. Левый. Держи, держи. Руку в карман. Руку в карман. Куда правую потянул? Куда правую потянул? Хрена нахрена.